Кого там еще черт принес? Да иду, иду! Что надо? Поручик Набокин. Савелий Ефремович? Был когда-то. В небытии. Ничто не приходит из небытия. Вы кто? Тебя иду искать. Решил тряхнуть стариной. А что это за медали? Ой, Анюта, давно это было. Будто и не было. Почему? Вы же воевали, вы заслужили. Потом как-нибудь расскажу. А зачем вы его достали через столько лет? Куда-нибудь собираетесь? Да генерал Трофимов дает прием для участников турецкой кампании. Ну вот, решил пойти. Вы должны идти. Обязательно. Так что же это за награды? Вы никогда не рассказывали. Это неинтересно. Почему же? Мне очень интересно. Мой отец – герой войны, а я ничего не знаю. Даже я ничего не знаю, кроме того, что все это за турецкую кампанию. Не люблю я вспоминать войну. Прощения просим. Почта. Вот этот под век подсунули. Спасибо, голубчик. Ступай, ступай. Скромность, конечно, украшает, но тогда для чего же дарить все эти награды, ордена, медали? А как раз для того, чтобы их обладатель мог скромно промолчать, а за него говорили его награды. Вот ведь адвокат. Всяко вывернется. Папа, а вы возьмете меня с собой? Почему бы и нет?
Там же будет прием, вероятно, будут танцы. Вот, там-то я все и узнаю от ваших сослуживцев. Витенька, что случилось? Сердце? Витенька? Витенька? Витенька, что? Чего ты запираешься, морда каторжанская? Ваше благородие, что вы такое говорите-то? Разберемся. Да я не воровал ничего. Ваше благородие. Фамилия. Зачем вам моя фамилия? Ты не виновен, я ведь. Фамилия. Ваше высокоблагородие, здравия желаю. Вам корреспонденция. Я не виновен. Ну что вы говорите-то, ваше благородие? Ну не пишите вы, не надо. Как не писать, когда... Что тут у вас? Так карманника поймали, ваше высокоблагородие. Целую неделю на рынке шарился. Да что вы говорите-то, ваше благородие, не виновен я. Как не виновен, когда два свидетеля на тебя показывают? Врут ваши свидетели. Как это врут свидетели? Врут. Мы из села приехали торговать. Чем торгуешь? Так мясом, свинина, говядина, все свое, ваше благородие. Отпустите Христа ради. Отпущу. Если фокус покажешь. Какой такой фокус? Да самый простой. Ваше благородие, не приучены мы к этому. Давай, давай, сделаешь, отпущу. Отпускайте его. Да как же? Как же? Свидетели показывают. Врут ваши свидетели. С такими руками да кошельки. Отпускай. Как вы, однако, рассудили, Яков Платоныч, как царь Соломон. Свободен. Неужели ирония, Антон Андреевич? Наконец-то. Яков Платоныч, вам. Спасибо. Милый мой Яков, эти дни без тебя тянулись мучительно долго. Я примчалась бы еще на прошлой неделе, если бы не поручение высочайшей особы, коей я служу, как тебе известно. Я хотела бы принадлежать тебе безраздельно, но даже себе не принадлежу. И вот я здесь, в той же гостинице. Жду тебя. Жду. Твоя Энн. Войдите. Ваше высокоблагородие, труп Михайловской слободки. Экипаж к подъезду. Слушаюсь.
Ну что, допился порочек? Бедняга. С чего ты решил? Вроде здоровенькой. Да помилуй, Алексей Кириллович, никакого здоровья не хватит так пить-то. Добрый день, господа. Что тут у вас? Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Значит, день добрый. Набокин Савелий Ефремович. Причину смерти установили? Думаю, пьянство. На каком основании? Пил как свинья, вот все основания. Кто тело обнаружил? Соседка с утра пришла, дверь открыта. Он деньги у нее занимал. Осмотр места производили? Ну, помилуй, ну что ты смотреть? Антон Андреевич, займитесь. Уже? Внешних повреждений вроде нет. О, и я про то. От водки помер. Тело Милцу отправляйте, он разберется. Так вроде своей смертью, пьянство. Отправляйте. Сделаем. Ваше высокородие. Соседи опросили? Яков Платоныч, фотография. Тут какие-то пометки. Так он что, служивый? Ну да, поручик отставьте. Ну давно уже. Ну еще с крымской компанией. Ну да, вот он. И он отмечен. Соседей, знакомых опросите. Может, слышали, видели чего. Слушаюсь. Сделаем. Антон Андреевич, пойдемте. Потом доложите. Это кровяное давление, наверное. Пап. Это из-за того письма? Что это за фотография? Витенька! Выпей. Это лекарство. Глонаин. Витенька, давай доктора позови. Маша, я прошу тебя, не начинай. Что с тобой такое? Петр, у меня к тебе есть важное дело. Ты должен мне помочь. Конечно. Что случилось-то? Я прошу вас, оставьте нас. У нас с Петром есть разговор. Это добром не кончится. Анна, пойдем. Принесла нелегкая твоего дядя. Оставался бы у тебя в Париже. Анна, что ты стоишь? Пойдем. А я здесь побуду. Вдруг отцу опять плохо станет. А да. Да. А я все-таки позову доктора и велю принести сердечных капель. Да. И у меня такое чувство, что за мной кто-то следит. А сегодня я получил конверт с фотографией. Почты получил. В том-то и дело, что нет. Старая фотография с турецкой компании. Ну, я помню. Я тогда так гордился тобой. Мой брат на войне, офицер, герой. Это же... Прости, я слушаю тебя. Это все офицеры нашего полка. А почему вот эти отмечены? Погоди-ка. Фотографию мы сделали незадолго до того, как наш отряд попал в засаду. Мы двигались к одной сербской деревушке. Не доходя где-то верст 7 до нее, мы вдруг попали в густой туман. И тут начался сущий ад.
пули свистели вокруг. Мы спешились, начали отстреливаться. Потом все побежали. Я тоже побежал. Оказался один в густом тумане. И вдруг передо мной с саблей в руках вырос он. То есть вас обошли с тыла? Именно. И он предупреждал об этом. Да, ситуация. Все офицеры нашего полка погибли. Ну, за исключением меня и еще троих. Я хочу, чтобы ты помог мне. Ну, ты ведь практикуешь. Попробуй узнать, что все это значит. Хорошо. Я знал, что ты здесь. Эти фотографии тайны твоего отца. Ты должна ему помочь. Ну, он просил об этом тебя? Просил меня. Но у меня... У тебя лучше получится. Дурное предчувствие у него. Теперь вы, как всегда, посмеетесь надо мной. Ну, вот эта фотография. И я знаю, что в ней скрыта тайна, опасная для моей семьи. Господи, да что же это такое? Почему вы мне не верите? Эта фотография опасна. А чего же не верю? Очень даже верю. Откуда это у вас? Нашли у одного отставного поручика, умершего сегодня ночью при невыясненных обстоятельствах. Господи. Расскажите подробнее о вашем снимке. Отец говорил, что все офицеры на этой фотографии погибли. Кроме него еще троих. Очевидно, выжившие — это те, кто отмечен на фотографии. Да, это они. Вот это мой отец. Больше никого не узнаете? Нет, больше никого. Фотография-то старая. Ну, начнем с того, что фотография не старая. Очевидно, что... Как не старая? Отец говорил, она была сделана лет 10 назад. Возможно, но отпечатана фотография совсем недавно. Края ровные. И не пожелтела совсем. Очевидно, тот, кто печатал эту фотографию, имеет старую негативную пластину. А может, это он сам делал фотографию? Это я вам как специалист по фотографии говорю. Так, а что же теперь делать? Нужно спросить у вашего отца, кто их фотографировал. Эту фотографию сделал мой друг, подпоручик Шапкин. Вот он, видите, стоит с испуганным лицом. Он боялся не успеть добежать до остальных. Но он не отмечен, что, получается, погиб? Да. Погиб я. Я сам видел. Понятно. Подпоручик Шапкин, это, как я понимаю, вы? Да. А это подпоручик Бехтерев, мой товарищ. Он тоже погиб в той засаде. Ну, а вот это кто? Поручик Садковский.
Он тоже не отмечен. Получается, погиб? Кажется, пропал. Хотя нет. Нет, погиб. Погиб, конечно же, погиб. Так погиб или пропал? Вы не уверены? Уверен. Ну а что вы сами-то обо всем этом думаете? Есть какие-то предположения, Виктор Иванович? Просто теряюсь в догадках. Ну хорошо, тогда не могли бы вы вспомнить имена остальных выживших? Может быть, кто-то из них тоже получил такие фотографии и сможет пролить свет на эту тайну? Погодите, Яков Платоныч. Вы будете дело открывать? Все зависит от заключения доктора Милца. Если он установит, что произошло убийство, то разумеется. А если Набокин умер от естественных причин, то... Ну как же? Но ведь две фотографии с отметками, это же не случайность. Ну, конечно, не случайность. Если Набокин умер своей смертью, то все эти фотографии не более чем чей-то розыгрыш. Вашему отцу кто-то прислал фотографию, на которой отметил его и еще троих его боевых друзей, и все. Да как все? Да не переживайте, врача времени. Давайте дождемся заключения врача. Я видела, там на войне на отца напал офицер. Он был в длинной шинели и с саблей. Видели? Тогда эти ваши видения. Собирается заводить дело. Он думает, это шутки. Аннет. Штольман полицейский. У него нет пока оснований. И ты туда же. У него нет оснований. Но у меня есть. Я видела что-то. Отец дрался с кем-то на саблях. На войне такое случается. И потом, ну, это было давно. Да, но я думаю, что опасность может грозить ему сейчас. Дядь, ну что ты молчишь? Ну ты же должен мне помочь. Прости, я не в силах. Твой дар гораздо сильнее. И поэтому я отдал тебе фотографию. Ты можешь то, чего я, увы, не могу. Я не могу. Я не знаю, как управлять этим. И дар ли это вообще? Или проклятие. Я тоже так думал раньше про себя. В церковь ходил, а потом решил, раз это дано, значит, не просто так. Что же нам теперь делать? Тебе нужно сеанс провести. Вызвать дух одного из погибших офицеров. Что-нибудь прояснится. Я надеюсь на вас, Антон Андреевич. Обоих сослуживцев Миронова нужно найти во что бы то ни стало. Не зря они отмечены на фотографии. Вы думаете, Набокин все же убит? Уверен. Почему? Можно узнать? Потом объясню. Найдите мне сослуживцев Миронова, господ Ишутина и Дубова. В опасности они. Трогай. Ну и что вы можете сказать, доктор? Вы по поводу смерти? Нет, по поводу жизни. Жизнь, Яков Платоныч, это величайшая выдумка природы. А давайте без лирики, Александр Францевич. От чего он умер? Ну уж, 100% не от пьянства он планал. Его задушили. Но это было сразу понятно. Позвольте узнать, как же вы догадались. Когда его душили, он бился ногами и исцарапал набойками пол. А что вы скажете? При более внимательном осмотре я обнаружил, что хрящевая перегородка носа сильно смята. Это значит, было давление сверху. Кроме того, в носу убитого я нашел
ворсинки неизвестного происхождения. Без вашего ведома попросил Коробейникова съездить к нему на квартиру, ну и поискать предмет с аналогичным ворсом. И? И вот что. Что Коробейников нашел у него в квартире? Задушен одеялом. Ворсинки с этого одеяла идентичны тем, что нашли у него в носу. Как же я это должна? Ну, хорошо. Хорошо. Ах. Дух с фотографией явись. Дух с фотографией явись. Дух с фотографией явись. Дух с фотографией явись. Дух. Нет. Как-то не так. Хорошо. О. Дух поручика Садковского явись. Дух поручика Садковского явись. Дух поручика Садковского. Может, папа ошибся? Может, он живой? Мертвый ты или спящий? Дух поручика Садковского явись. Мертвый ты или спящий? Ваше высокоблагородие, разрешите представиться, капитан Шилов. У меня к вам поручение полковника Варфоломея. Вот как. Может быть, пойдем в ресторацию, дело деликатное. Руки полковника знаете? Впрочем, там и печать есть. Собственно, его императорского величества охраны. Уважаемый Яков Платонович, подателю сего капитану Шилову я поручил довести до вас некоторые особые сведения, которые не могу доверить даже бумаге, ввиду их совершенной секретности. Верьте ему во всем, как мне. Смею заверить вас, что ваши заслуги при дворе не забыты, и я первый, кто будет поддерживать на самом верху лестное мнение о вас и впредь. Ваши таланты и высокая порядочность, проявленные во время расследования того прискорбного случая, дают надежду на то, что в скором времени появится возможность вернуть вас на службу в столицу. А пока вам может представиться случай послужить Отечеству и на вашем нынешнем месте. В детали дела вас посвятит капитан Шилов. Искренне ваш начальник собственного его императорского величества охраны, полковник Варфоломеев. Ну что ж, капитан, поведайте, какие дела государственного масштаба предстоят мне здесь, в Затонске? Полковник Варфоломеев поручил мне на словах донести до вас следующее. Последствия того дела, с участием члена монашей фамилии, которую вы расследовали,
продолжают сказываться на внутренней жизни двора. И даже влияют на дела государственные. Ваше удаление из столицы не означает, что... Вы изволите? Кофе. Что-нибудь еще? Пепельницу принеси. Мне хотелось бы, чтобы ты поменьше общался со своим дядей. Ничего хорошего из этого не выйдет. Дядя очень изменился в последнее время. Изменился? Он каждый раз меняется. То он карточный игрок, то он медиум. А сейчас он кто? Анна? Анна? Сейчас, одну минуту. Анна? Благодарствую, барыня. Анна, ты зачем его трогал? Мне показалось, у него рука ранена. Сейчас он часу легче. Ты могла подцепить какую-нибудь заразу домой немедленно. Мыть руки. Мама! Ну что за фантазии? Анна! Пойдем, пойдем. Кого-то ищете, сударь? Премного благодарность. Всегда просим заходить. Всегда рады. А туалеты будут доставлены в самом лучшем виде. Благодарю вас, любезный. Так, нужно еще в аптеку зайти. Успокоительные капли твоему отцу купить. Тебе, кстати, тоже нужно пройти курс лечения от нервов. Ты слишком впечатлительная натура, Анна. Мама. А может быть, колодик, кисловодск? Накладно, конечно, но, говорят, очень помогает. Так, непременно нужно подумать над этим вопросом. Смотрите, опять шарманщик. Только без шарманки. Господи, сдался тебе этот шарманщик. Столько нервов по такому пустяку. Кто вы? Ответьте мне, кто вы? Анна, да что с тобой? Медленно домой. Папа! Что случилось? Я думаю, тебе сегодня лучше на улицу не выходить. Это что же, я под домашним арестом, что ли? Кто это? Прапорщик Ишутин. Он здесь, в Затонске, живет. Я думаю, уже не живет. Перед ней прямо.
Ей-богу, я его предупреждал. Нашел вчера, но он только посмеялся, и вот. Беспечность – причина всех бедствий. А что Дубов? Дубова я дома не застал, он отсутствует уже несколько дней. Никто из соседей ничего не знает. Девушки говорили, что он ростом был с два аршина. А может быть и того больше. А боже мой, я сама не видела. А кто видел? Так, Лиска видела. Ваше имя, сударыня? Лиза, я. А по метрике как? Елизавета Тихоновна Жолдина. Елизавета Тихоновна, расскажите, как было на самом деле. Только прошу вас, без роста в два аршина. Этот господин был очень добрый. Он часто приходил. Ну-ка, отставить слезы. С ним всегда было весело. И денег он не жалел. Вы нам про убийцу расскажите, как все произошло. Да-да. Сейчас. Я увидела его, когда он стоял на втором этаже. Он был такой интересный. Лицо его видели? Нет. Дальше? Ну, я спросила его, кого он ищет. И он сказал, что своего приятеля Шутина. А дальше? Я и проводила его в свою комнату, где уже был господин Шутин. И вошла. А этот как закричит? Ты помнишь меня? А господин Шутин как заголосит? Это ты? Это ты? А тот как закричит? Да! Это я! Ты знаешь, зачем я пришел? А господин Шутин так затрясся и заскулил. Не надо. А тот в шинели с размаху, как дынет меня ручищей своими. Я падаю и ничего не помню. Говорят, долго пролежал. А когда я очнулась, Павел Куприянович уже лежал с разбитой головой и бутылка шампанского вдребезги. И в горле у него розочка от той бутылки торчала. Павел Куприянович, бедный он был таким чутким, возвышенным клиентом. Стихи читал мне, вот даже помню наизусть. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Достаточно. Тихо, барышня. Елизавета Тихоновна. Вы свободны. Как свободно? А в тюрьму забирать меня не будете? Ну, зачем же вам в тюрьму? Вы же не убивали? Я не убивала. А деньги, которые у покойника из кошелька вытащили, сразу не тратьте. А то все поймут, что вы взяли. Идите. Так я вчера пытался разговорить покойника, то есть живого еще тогда и Шутина, но военное прошлое вспоминать он был явно не склонен. А Дубове отозвался как о боевом товарище. Может, обыск провести на квартире убитого? Проведите. Я еще с женой его говорил. Довольная хозяйка его была. О чем хозяйка, конечно, не рассказала. А то! Я же представился автором статьи о героях русско-турецкой компании, и она сказала, что муж уезжает на неделю. Я теперь подозреваю, что на самом деле и Шутин сбежать хотел из города. И что же? Так, наверное, жена его и не отпустила. Потому он и оказался там, где оказался. Дух прапорщика Ишутина явись.
Дух прапорщика Ишутина, явись. Дух прапорщика Ишутина, явись. Дух прапорщика Ишутина, явись. Дух прапорщика Ишутина, явись. Дома Дубов не появлялся, я проверял. У меня там городовой на дежурстве, не было его. А может, убийца уже достал его? Ну, где-то, не дома. Войдите. Ваше высокоблагородие, вот нашли на квартире у покойного Ишутина. Что и требовалось доказать. А мне Ишутин и слова не сказал о фотографии, когда мы с ним беседовали. Дубова нужно искать, живого или мертвого. Будет сделано. И к Миронову нужно охрану поставить. Да, утром займусь. Немедленно. Убийца может появиться там в любую минуту или уже появился. Да полному, Яков Платонович. Поехали быстро. Дух прапорщика Ишутина, явись. Дух прапорщика Ишутина, явись. Кто вас убил? Кто вас убил? Папа. Отец, где отец? В кабинете. А что случилось? Thank you.
отойди от него. Брось, тебе говорят. Вторая пуля твоя. Я хорошо стреляю. Живой? Живой. Забежал! Обыскать весь квартал. Городовых сюда! Я к Миронову. Надеюсь, он промахнулся. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Теперь я точно уверен, что все это связано с вашим военным прошлым. Ну, теперь я и сам в этом не сомневаюсь. Виктор Иванович, милейший. Ну, правда, как ребенок, а? Ну, ваша рана. Ну, хорошо, она сквозная, не опасная. Вам резких движений делать нельзя. Ты сиди, Витенька, сиди. Господа, позвольте мне откланяться. Да, а у вас я завтра навещу. Витенька, тебе лучше прилечь. Я в порядке. Как был убит господин Ишутин? Зарезан в борделе. Антон Андреевич, разболтали уже. Я? И когда вы все успеваете? Так это же... Ишутин убит? Да. Господи, мы же встречались иногда. Офицеры нашей роты, те, что на фотографии, они родом из нашей губернии, и многие же были знакомы еще до войны. Так что же произошло на войне? Ну, на войне многое чего случается. Жив? Куда? Да пустяки, в плечо на вылет. Я иду, смотрю, полиция. Говорят, стреляли. Ну, стреляли же! Говорил я тебе, надо было в полицию идти сразу. И вся эта история... Петр! Да? А что за история? Это пустяки, не имеет отношения.
Виктор Иванович, вы как юрист должны понимать, что, скрывая некоторые факты, вы мешаете следствию. Ну, хорошо. Я не думал, что это недоразумение... Маша. Да. А и ты, Анна, я прошу вас, оставьте нас. Военные воспоминания не для женских ушей. Наш батальон в основном был сформирован из жителей нашей губернии. Однажды в Сербии мы попали в засаду. А ведь именно об этом предупреждал нас Садковский, но тогда ему никто не поверил. Более того, я обвинил его в бегстве из дозора. А он оказался прав. Одним словом, в той засаде погибли все, кроме нас четверых. Как вы говорите, его звали? Поручик Садковский. Так может, это он мстит через столько лет? Мстить он никак не может. Он погиб в той засаде. Наш поединок не был окончен рядом. Разорвалась граната и нас разметала в разные стороны. Да. Больше я его не видел. Ваше высокоблагородие. Вот. Нашли. Немецкой работы. Ягдмайстер охотничий. Я думаю, это изделие произведено на фабрике Брокен. Я не знал, Петр Иванович, что вы специалист по холодному оружию. А я, Яков Платоныч, к вашему сведению, год работал в Марселе в портовых кабаках метателем ножей. Вот как. Ну вот я думаю, наш новый сталь, маленый дуб, ручная работа, изготовлена где-нибудь в Туле. Ошибаетесь. Да нет, здесь просто возле гарды написано Егор Самсонов в Туле. Хорошая копия немецкой работы. Научились? Впечатляет. Антон Андреевич, нужно будет выяснить, где продаются ножи Егора Самсонова и кто их в последнее время покупал. Будет сделано. Только это ничего не даст. Эти ножи продаются в каждом оружейном магазине. Но проверить не помешает. Виктор Иванович, вам советую в ближайшее время из дома не выходить. Выздоравливайте. Честь имею, господа. Яков Платоныч, вы видели, что убийца был в шинели? Разумеется. Как и в моем видении. А днем я видела шарманщика точно в такой же шинели и фуражке. Да, верно. Я тоже его видел на площади. Так он всегда там стоит. Задержите его. Только потому, что он в шинели, так это нам придется полгорода арестовать. Но ведь тот, кто стрелял, был в шинели. Это же след. Ну хорошо, я буду иметь это в виду. А вас попрошу более инициативу не проявлять и оставаться по возможности дома. Доброй ночи. Доброй ночи. Я бы советовал вам приобрести вот этот прекрасный револьвер системы Смит и Вессон. Последнее слово в огнестрельной науке. Центрального боя с экстрактором бьет на 600 шагов.
Последняя нынче модная система. Да нет, я... В таком случае, позвольте мне предложить вам подешевле. Тоже прекрасный револьвер Le Fouché. Стоит всего 18 рублей, правда? Дело в том, что мне не нужен револьвер. Ружье. И ружье мне ни к чему, я из полиции. Так бы сразу и сказали, и не морочили бы людям голову. Что вы можете сказать об этом ноже? Вы хотите знать мнение профессионала? Или же узнать, кто приобрел этот нож? Вижу в вас умного человека. Конечно, я хотел бы знать, кто его приобрел. Что ж, это тульский нож. Мастерская Самсона выпускает с десяток вариантов охотничьих ножей. Угу. Но бывают индивидуальные заказы. Так. Этот, к сожалению, не из таких. Да, действительно, очень жаль. Ну что ж, благодарю вас за консультацию. Чувствуете? Не беспокойся. Не беспокойся, у меня все хорошо. Пап, а вы уверены, что Садковский погиб? Анна, мама запретила тебе интересоваться этим делом. Папа, речь идет о вашей жизни. Вы видели тело? Видишь ли... Видели или нет? Нет, не видел. Но говорили... А где хранятся сведения о погибших? В военном министерстве, я полагаю, в архиве. Понятно. Просто я думаю, что Садковский, стрелявший в вас, и шарманщик – это одно и то же лицо. Пап, мне кажется, что вы что-то скрываете от меня. И что бы это ни было, я должна знать. Прошу прощения, Виктор Иванович. Ваш корреспондент. Ага. Спасибо, голубчик. Убийца в шинели. Дух погибшего офицера мстит своим обидчикам через 10 лет. Полиция никогда не выяснит, что произошло. Думает он всякую дребедень. Люди дремучие верят. Дядя, я никак не могу понять. Этого Садковского нет среди мертвых, но нет среди живых. Так иногда бывает, Аннет. Может быть, ты что-то неправильно сделала? Да все я правильно сделала. А он не пришел. Кто ж тогда этот шарманщик? Многое зависит от условий, в которых дух находится. Бывают обстоятельства, когда он просто не может явиться. Я просто спросила, мертвый ты или спящий? И человек на фотографии с опущенной головой поднял ее и посмотрел на меня. Так это же и есть контакт. Это и есть общение и связь. Так это что получается, что дух явился? Садковский жив. Яков Платоныч, заводи. Вот он, супостат. Фигурой похож, шинель вроде та. Фуражку сними. Имя, фамилия. Василий. Коржов. Род занятий. Так это, странник, я. Бродяга.
Отвечай, где взял шинель? Офицерскую фуражку, ну? Это барыня одна пожаловали. По доброте, по доброте. А теперь рассказывай, как стрелял в адвоката Миронова? Как остальных людей убивал? Я не... Ваше благородие! Не мямли, давай, ну, ну! Ваше благородие! Ваше благородие! Не убивал! Чего ты тут нарвешь, ну? Не убивал! Что же вы его пугаете, Антон Андреевич? Так он нам ничего не скажет? Не убивал. Не убивал. Ну, говори. Нож твой? Не мой. Не мой нож! Не мой! Мои сапоги! А ну-ка достань, Антон Андреевич. Уймись! Не убивал. Нож в сапоге. Стало быть, есть нож. Этот мой. А такой... На что мне такой нож купить-то? Едва денег-то на хлебушек хватает. Ваше сопротивление! Не виноватый я! Войдите. Ваше высокоблагородие, к вам госпожа Миронова. Пусть войдет. Войдите. Яков Платонович, я по очень важному делу. Это шарманщик? Позвольте. Анна Викторовна, что вы делаете? У него нет шрама на руке. Какого шрама? У человека, стрелявшего в моего отца, на тыльной стороне ладони был шрам, как от сабли. А у него нет. И что это значит, по-вашему? Это не Садковский. Ничего я ну не да, на поручика он точно не похож. Не виноватый я! Не виноватый я! Отпустите его, Антон Андреевич. Как? На все четыре стороны. Ваше скобродие! Век не забуду! Храни вас Бог, ваше скобродие! А что это вы про Садковского? При чем здесь Садковский? Что нового? Что ли он гонец из Петербурга? Началось. Я узнал его. Это одна из шавок Варфоломеева. Фамилии не помню, но личность его известна. О чем говорили? Виноват. Говорили тихо, вели себя осмотрительно. Ничего не удалось расслышать. Жаль. Хотя я догадываюсь, о чем шла речь. Не быть поблизости. Нет, это лишнее. Заезжай за мной завтра. Эй, любезный. Отнесешь в участок Штольману Якову Платоновичу? Тут сделано. Лично в руки. Всем временем доставимся. Лично в руки. Значит, вы считаете, что Садковский жив? Нет, я, конечно, не верю вашим странам. Вы можете мне не верить, но я видела его руку шрамом. Ну что ж, предположим, это возможно. Неужели это случилось? Вы мне верите? Ну, скажем так, наши мнения в этом вопросе совпадают. Более того, я уже отправил запрос в Петербург. Числится ли поручик Садковский в списках погибших? Или пропавших без вести? Но ведь для этого нужно ехать в Петербург, в архив военного министерства. Анна Викторовна, конец 19 века на дворе. Есть же телеграф. Войдите. Ваше высокоблагородие, к вам курьер. Зовите. Яков Платонович, вам записка от дамы. От дамы? От какой дамы? По виду из столицы будут. Спросила, чтобы лично в руки. Ну давай, раз лично в руки. Чего тебе еще? Ну, так это, барин, на чай надо-с? А ты малый не промах.
Тебе дама уже и на чай, сын, и какао дала. А ну-ка, дуй отсюда, пока я тебя за попрошайничество не привлек. Так о чем мы? Можете прочесть, я подожду. Да нет, напротив, это подождет. Я только прошу вас навести справки о Садковском. Не забудьте. Милый мой Яков, прибыла в Затомск. Нам надо с тобой обязательно встретиться. Жду тебя в ресторации сегодня в полдень. Не задерживайся. Твоя Энн. Славный городишко. Боже мой, какая провинция. Трудно тебе здесь, мой милый Якоб. Здесь не так уж плохо. Проще, но чище. Послушайте, наш штольный идеалист. Не смеши меня. Твое место в Петербурге, и ты туда вернешься. Нина, это должно закончиться. О чем ты? Зачем вы здесь? Я соскучилась. Ты так холоден. Я обещаю, я все исправлю. Нужно только немного подождать, и ты вернешься в столицу. Вы думаете, мне это так важно? А вы намерены оставаться здесь всю жизнь? Не понимаю, зачем вам все эти хлопоты. Затем, что ты мой. Ты нужен мне там, в Петербурге. Тебе кто-нибудь пишет из наших общих знакомых? Нет. Все забыли о тебе. Одна я о тебе помню и думаю каждый день. Что? Ты мне не веришь? Я хочу, чтобы мы были вместе. И добьюсь твоего перевода. Боюсь представить, как ты будешь этого добиваться. Я это заслужила. Извини. Вот. Принимаю безропотно. И даже не спрашиваю, кто эта юная особа, с которой ты повсюду появляешься. Это совсем не то, что ты думаешь. Да. Все только говорят о Штольмане и его верной помощнице. Да, она действительно помогает мне иногда, но что конечно, с тобой? Конечно. Так увлекательно для барышни посещать мертвецкую вместе со своим кумиром. Прекрати. Завтра я уезжаю. Мы скоро увидимся. Пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Тебе меня не взять! Слышишь, сукин сын? Решил, подонок, выбрать всех. И все из-за того рапорта. 10 лет ты смываешь свой позор чужой кровью. Не выйдет. Жаль, тебе.
тебя Садковский тогда на дуэли? Ты? Да, пап, входите. А как ты поняла, что это я стучал? Да просто мама никогда не стучит. Вы хотите рассказать мне, почему вы тогда дрались с Садковским? Что же тогда между вами произошло? Я позволил себе... Я ошибся. Я оскорбил его. Я обвинил его в трусости. Мы тогда были в дозоре. Я, поручик Дубов, и поручик Садковский. Внезапно в лесу мы напоролись на такой же разъезд турок. Завязалась перестрелка, и вдруг мы увидели, что Садковский исчез. Пропал. Нам с Дубовым пришлось отбиваться вдвоем. А когда мы вернулись в лагерь, вдруг увидели поручика Садковского. Он заявил тогда, что якобы заметил основные силы турок и решил проследить за ними. Однако тогда эта информация не подтвердилась. Обвинил его в трусости, а он вызвал меня на дуэль. Только потом, когда мы попали в эту засаду, я понял, что он был прав. Я вот все думаю о судьбе этого человека. Так за что же его тогда осудили? Видишь ли, война – дурная штука. Кто-то же должен был ответить за тот бездарный эпизод, ту засаду и проигранный бой. А когда мы наконец собрались после нашего бегства, мы не досчитались многих погибших. И поручика Садковского тоже больше из нас никто не видел. Потом нашу часть переформировали, многих отправили в другие подразделения и на другие участки фронта. Вы вините себя? Нет. Просто мне... Мне тяжело, я понимаю, что был неправ. Если Садковский жив, получается, что ваша дуэль не окончена. Вот где он прятался. Он знал, что за ним придут. Да. Соседи слышали выстрел, но не поспешили вмешаться. Видели только удаляющуюся фигуру в шинели. Фотография. Зачем-то ее пробили ножом. Прокололи именно Миронова. Да. Интересно, кто это сделал, убийца или Дубов? Нужно убийцу у Миронова ждать. Там все сделано. Охрана на месте. Кроме того, надо разослать описание Садковского во все гостиницы, постоялые дворы, ночлежки. Жаль, что он фотографии лица не разглядит. Да.
Мальчик, беги в полицейский участок. Отнесешь записку господину Штольману. Только, пожалуйста, скорее. Что угодно, сударыня. А, да тут приятельница моя служит. Не похоже, сударыня, чтобы у вас тут товарки обитали. Ну, любезный, чего только в жизни не бывает. Вам ли не знать? Это верно. Благодарствую. Извините, я поговорить пришла. Это дочь адвоката Миронова. Никто не знает, что я здесь. Я сама пришла. Сам угодно. Дайте мне пару минут. Мне нужно объясниться. Ну, я пойду. Сиди. Так как же вы меня нашли-то? Нашла. Это гораздо проще, чем вы думаете. Я пришла просить вас. Не надо этой дуэли, не убивайте моего отца. Какая драма. Молчи! Так вы дочка Миронова, да? Хотите шабаска? Нет, благодарю. Я вас слушаю. Пришла телеграмма из Петербурга. Садковский в списках погибших не значится, а значится в списках осужденных военным судом за дезертирство. Приговорен был к лишению всех прав гражданского состояния, к 5 годам каторги, еще 5 поселения. То есть 10 лет. А теперь явился и мстит бывшим товарищам? Да. Ну за что? Не знаю. Это риторический вопрос. А вот почему в 3 случаях убийца встречался лицом к лицу со своей жертвой, а Миронова пытался застрелить из-под тишка? Не знаю, Яков Платонович. Это тоже риторический вопрос. Войдите! Ваше высокоблагородие, говорит к вам. Заводи. Ну, что там у тебя? Что касательно дуэли, это дело решенное, мы будем драться. Все закончится там, где и началось. О причинах я рассказывать не хочу, это касается только меня и вашего отца. Но я прошу вас. Оставьте. Это не обсуждается. Вы, кажется, духов видите? Или что-то в этом роде? Как там? Мои
бывшие товарищи. Это жестоко. Я скоро к ним присоединюсь. Хоть и не рисуюсь. Расскажите мне, как там на том свете? Не знаю. Я там не была. Я так и думал. Впрочем, на вашем месте поступил бы точно так же. Честь мне кончится, мадемуазель Миронова. Вот ведь как. Чисто как в романе. Вы как здесь оказались? Как вы здесь оказались? Я привели меня. Догадалась я, что Садковский здесь, и хотела задержать его до вашего прихода. Что за безрассудство? Анна Викторовна, слава богу, что вы живы. Яков Платоныч, я ничем не рисковала. Садковский убивает только своих сослуживцев. У отца с ним была ссора, и тот вызвал отца на дуэль. Вот как. Вы были правы, Садковский жив, но все это время находился на каторге по приговору военного трибунала. Вот так история. Это еще заковыристее, чем приключения монашки Агриппины и графа Пуансона. Вы почему не сообщили, что он у вас? Так я ж его и не признала. И не отпускала он меня, пока вот барышни не пришли. Вниз идите. Я возьму показания. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Ушел. Да не волнуйтесь вы. Дом ваш под охраной. Главное, чтобы батюшка ваш вел себя благоразумно. О чем говорили с Садковским? Я пыталась его уговорить, чтобы не было этой дуэли. Но он непреклонен. А еще он сказал, что все закончится там, где началось. Такого управляющего. Какой управляющий? Нет у нас никакого управляющего. Немедленно позовите господина Штольмана. Слушаюсь. Нелепость какая-то. Дуэль? Ну а где же они встречаются? Если бы я знала. Не можем же мы наугад прочесывать все окрестные леса. Господа, Яков Платоныч, посмотрите, что я нашел. К сожалению, Виктор Иванович не оставил нам шанса прочесть. Я знаю, где они. Поехали. Я с вами. А я думал, ты не придешь. В последний раз ты пытался улизнуть. В прошлый раз нам помешали обстоятельства. Хватит болтать. Вот с этим я согласен. Да!
Что ты ребячься, Виктор Иванович? Папа! Папа, пожалуйста, прошу тебя. Вы признаете, что убили Набокина и Шутина и Дубова? Да, да, признаю, убил. И еще раньше должны были умереть. В бою. Набежали. Это вы на каторге пришли к таким воззрениям? Да нет, раньше. На войне. Мы все должны были умереть в этой засаде. Вы были ранены? Был. Меня выходила сербка. А потом пришли наши. И я не смог объяснить, почему я полгода провел там. И меня арестовали за дезертирство. Да к тому же сыграл роль рапорт, написанный господином Мироновым на меня. Какой рапорт? Я тогда написал рапорт по поводу бегства поручика Садковского из дозора. Теперь я понимаю, что ошибался. И вы приговорили своих товарищей к смерти за трусость, а сами себе, значит, назначили амнистию? Да нет, последним должен был умереть я. Каким образом? А, я не знаю. Может быть, спас набросился. Но зачем же вы стреляли в господина Миронова ночью? Ведь это не дуэль. А я не стрелял господина Миронова. Ну как не стреляли? Кто же тогда? Дубов, идиот. Думал, Миронов всех убивает, чтобы скрыть позор своего рапорта. Вот и решил обмануть судьбу и убить Виктора Ивановича. Господин Штольман, я беру на себя обязанности по защите интересов господина Садковского. Ваше право. Уводите. Виктор Иванович, мы не закончили! Войдите. Анна Викторовна. Яков Платоныч, я тогда бежала, не попрощавшись. Слово вымолвить не могла. Я так вам благодарна. Вы спасли моего отца. Но это неизвестно. Это же была дуэль. Да, но если бы отец убил противника... Это было бы более предпочтительно, но вы, конечно, правы. Благополучным такой исход трудно было бы назвать. В любом случае, ваше вмешательство было спасительным. А как вы догадались, что дуэль будет именно там? Слова Садковского, помните? Все закончится там, где и началось. В военном архиве я узнал, что их батальон перед отправкой на фронт проходил сборы именно в том месте, на поле у казачьего яра. Ну и логически рассуждая, там они и должны были встретиться в последней схватке. Какое счастье, что вы обладаете этим даром. Это у вас дар, Анна Викторовна, а у нас полицейская рутина. Не скромничайте, вы очень проницательны и... Оставьте. Как ваш батюшка? Слава Богу, рука заживает. Передавайте поклон семье. Да, конечно. Всего доброго. Всего доброго. Thank you.
хорошо здесь. Вы позволите? Да, я люблю это место. А я знала, что я вас здесь найду. А мы знакомы? Нет. Но Якоб мне много о вас рассказывал. Не удивляйтесь. Мы с Якобом давние друзья. Я очень рада, что вы здесь поддерживаете его, стали ему другом. Ему сейчас нелегко. Ваши способности удивляют и восхищают его. Пригласите как-нибудь на ваш спиритический сеанс. Я не даю публичных сеансов. Отчего же? Если вам нужна помощь в организации, я знаю многих медиумов Санкт-Петербурга. Вообще у меня обширные связи. Я правда не понимаю. Давайте дружить. Так вы... Что я? Простите, мне пора. До свидания, Анна. Все в порядке, сударыня? Все хорошо. Я сегодня уезжаю. Императрица не терпит моего длительного отсутствия. Но вы оставайтесь. Приглядите здесь за Якобом. Не хочу, чтобы он забеспокоился. Пусть думает, что он здесь никому не нужен. Трогай. Thank you.
4-5. Я тебя иду искать. Личность убитого неизвестна, но, судя по фуражке, это студент Петербургского университета. Следовательно, приезжий. Нашел его дед, охотник. Он что, сразу к Елагину, это ее земля? Лес, то есть. А Елагина тотчас посыльного к нам отрядили. Дед-то сам пока до города доковыляет. Допросил? Кого? Деда? А как же? И рапорт составил, честь по части. Ружье проверил, чистое, нестреляное. Рана, кстати, не ружейная. Да и в карманах пусто. Ни денег, ни документов. Да, и предсмертные записки тоже. А вы что, думаете, что это могло быть самоубийство? Если он стрелял сам в себя, то пуля должна была войти примерно вот под таким углом, я точнее скажу, под вскрытие. Действительно, пуля вошла под углом, место здесь подходящее. Это вполне могла бы быть дуэль. А вы романтик, Антон Андреевич. Я все-таки склонен придерживаться версии, что это самоубийство. Да нет. Следов пороховых газов на одежде не обнаружено. Если бы он стрелял в себя сам, то ткань на одежде обгорела бы. Безусловно. Ну, Яков Платонович, это ваша задача выяснить. А мое дело медицина. А что если ограбление? Вы же сами сказали, что у него в карманах нет ни денег, ни документов. А вот это вряд ли. Студент поджидал здесь кого-то. Долго ждал. Поэтому и топтался на одном месте. Отсюда убийца стрелял. Спустился по тропинке к домику и выстрелил в него. Откуда тропинка, Антон Андреевич? С деревни. А ты откуда? Это от Елагина. Мне все-таки кажется, что это дуэль. Все сходится. Выстрел оттуда, выстрел оттуда. Влешет, голубчик. Давай-ка, выбирай тело, иди в мертвецкую. Осмотр делать, отчет писать. Ага. Ни одну версию пока отбрасывать нельзя. Между прочим, 5 лет назад, вот в этом доме, застрелился Семен Афанасьевич Елагин. Это супруг помещицы Елагиной. Да-да, это старая легенда. Говорят, что до сих пор где-то здесь бродит его призрак. Ну что, послушаем, что расскажет нам сама Елагина? Простите, а присутствие адвоката как-то связано с произошедшим в лесу? Виктор Иванович мой друг. И... Я пришел навестить и поддержать вдову моего старого друга. Видите ли, 5 лет назад, там, в охотничьем домике, погиб муж Софьи Николаевны. А неподалеку произошел еще один несчастный случай.
И какая связь? Никакой. Просто ряд трагических событий в одном и том же месте. Тяжелые воспоминания для Софьи Николаевны. И тут еще это. Яков Платоныч, простите, вы против моего присутствия? Нет, я не против. Но просто мы не в зале суда, а госпожа Елагина не является подозреваемой. Но если вы здесь просто как друг, Бога ради. Этот лес проклят. Его давно надо было продать или вырубить. Не зря мне на медне супруг покойный приснился. Софья Николаевна, а в охотничьем домике кто-то бывает? Да никого. Может, мальчишки из деревенских или охотники из городских. Да я там 100 лет не была. Доброе утро. Доброе утро. А где папенька? Посыльный принес записку от Елагина, и Виктор тотчас умчался к ней. Словно на пожар, ей-богу. Что-то стряслось? В елагинских владениях убили кого-то. Просто жуть. Убили? А кого? Говорят, молодого человека. Виктор вернется, все расскажет. Голубушка, ступай уже. Мы сами. Пожалуй, пойду прогуляюсь. Подышу свежим воздухом. А как же завтрак? Что же ты меня одну оставляешь? Виктор у Елагина, Петр еще не вставал. Что же мне одной чаевничать? Ну, это же совсем ненадолго. К тому же аппетитно гуляю. У тебя сегодня примерка у портнихи, ты помнишь об этом? Никуда мое платье не денется. Ваш муж любил охотиться? Любил. Оттого и оружие в доме. Револьвер еще был. Я его в речку бросила. Муж из него застрелился. Простите, а вы здесь служите? Ну да, служу. А что угодно? А я хотела бы с вами поговорить. Мне барыня ни с кем говорить не велела. Меня зовут Анна Миронова, мой отец адвокат, он сейчас у вашей барыни. А мне поручено поговорить с домашними. О чем? О том, что у вас здесь произошло. Так не здесь, в лесу же. У меня уж спрашивали об том, этот, из полиции. Может быть, вы что-то еще вспомнили? Ну, все, что знала, рассказала. Около домика охотничьего мертвеца нашли. Дед охотник нашел. Но он сразу сюда явился, барыне доложить. А барыня послала за городовыми. Спасибо. А чего же все-таки застрелился ваш муж? Да кто ж его знает. Запил он тогда крепко. Несколько дней не вылезал из охотничьего домика. Маялся. Вот, наверное, бес его и попутал. Господи. А сыновья ваши где? Старший Владимир уж давно в Петербурге живет. А младший Алексей еще вчера уехал в гости к помещику Гусятникову поохотиться. Так у вас свои угодья. Зачем же к соседу на охоту? Thank you.
Кто вы? Ведь вы приходили ко мне утром. Как вас зовут? Вас убили? Зовут Герман Алексеевич, служил у покойного барина по охотничьему промыслу. А после смерти барина он присматривает за домиком. Странно. А Елагина про этого егеря ничего не сказала. А ведь я спрашивал про домик тот. А где живет этот егерь? В соседней деревне. Живет бобылем, семьи, стало быть, нет. Промышляет охотой и исправляет ружья. А где же он сейчас? Давно его не видели. Но говорят, в соседней губернии. То ли промысел, то ли вот по поручению какому. Ну, егерь, человек вольный. Вот что, Антон Андреевич, вы поезжайте к этому Гусятникову, выясните, там ли сын Елагина Алексей. Может, отлучался куда ночью, чем сейчас занимается. Поподробнее. А вы думаете, что Елагин Алексей мог убить студента? Ну, что нам попросту гадать. Побольше фактов надо узнать, но пока у нас два подозреваемых. Алексей, сын Елагина, и егерь от Ермолай. Вот как. Трогай. Рассказывай. В Рыбинске все прошло гладко. Купец упал с баржи в воду. Труп выловили только через сутки. Признали как несчастный случай. Что исполнитель? Доволен, деньги получил. Как вторая акция? Неувязочка там получилась. Исполнитель неуклюжий, шумно очень. И что? В бегах. Полиция ищет. Надо найти раньше полиции. Пошли кого потолкуй. Что в Затонске? Вестей пока нет. Ничего не понимаю. Все должно было быть уже кончено. Даниэль молчит? Молчит. Даниэль молчит. Послать никого. Надо ехать. Все приходится делать самому. Там как раз этот ждет из Затонска. Проси его. Эту пулю я извлек из студента. Она выпущена из Кольта 53-го года. А у самого студента... А у студента мы нашли револьвер системы Смит Вессон. Совершенно верно. И, похоже, он тоже стрелял, потому что на правой руке у него характерные остатки частиц несгоревшего пороха. Да, я тоже заметил. Одна из гильз в барабане была пустая. Чепуха какая-то. Неужели дуэль? Похоже. Вот что, Благородие. Нашли дом, где студент квартировал. И хозяйку дома нашли. И, кстати... Покорнейше благодарю за оплаченный мой долг. Карточный долг, как известно, долг чести. Да? И как долго я должен спасать вашу честь? Ой, не тревожьтесь, Морель, я вас умоляю. Я расплачусь. Сейчас поправлю свои дела и сразу расплачусь. Терпение мое не безгранично. Ну что вы, ей-богу, Морель. Я, между прочим, векселей расписок всяких оставил вам на сумму втрое больше, чем от вас получил. Это пока только бумажки. А я вас не уволил. Ну, вы же мне сами предложили деньги за эти бумажки. Так? Знаете что, дорогой Владимир? Мне почему-то кажется, что очень скоро вы сможете со мной рассчитаться по всем долгам. Думаете? Милый мой Морель, у меня же за душой нет ни гроша. Ну как вы до сих пор это не поняли?
А все-таки вы жадина, Морель. Знаете, жадина. Да. Хотя что с меня взять? Что? Ничего. Получите наследство и будет что взять. Отец лишил мне наследство. Вот так. Зато вашего брата не решил. А почему здесь мой брат? Ну, в случае внезапной кончины вашего брата наследником станете вы. Пока детей у вашего брата нет, а по закону матери полагается лишь небольшая часть. А что, мой брат скоро умрет? Нет, Господь с вами. Я только сделал предположение. Вы же тоже можете представиться раньше срока. Вот сколько употребляете вина, карты, женщин. Что вы несете? Спокойнее. Какой вам вообще прок от моей смерти? Закон возлагает на наследников полную ответственность. И в случае внезапной вашей кончины все ваши долги перейдут к вашему брату, как к наследнику. Мне все равно, от кого из вас получать деньги. Я шучу. Дорогой Владимир, живите на здоровье. Простите. Морель, вы шутник. Ну, только помните. По долгам всегда кто-то платит. Это да. Слушайте, Морель, а раз такое дело, может, вы мне еще денег судите? Ну так, шутки ради. Шутка. Конечно. Так когда вы собираетесь в Затонск? О, нет, нет. Не собирался и не собираюсь. Семейство Лагиных не примет блудного сына обратно. Ну, кто знает, кто знает. Марли, что мне нравится, вы все время загадками говорите. А я вот собираюсь посетить Затонск, на днях. Да? Говорят, примилый городок. Всего доброго. Счастья имею. Всего хорошего. Мадам. Бог мой. Какая честь. Очаровательница. Прошу. Прошу. Яков Платоныч, ну, по всей видимости, отравление. Я убежден, что вскрытие это подтвердит. Соседка сказывает, что студент накануне приехал. Тихий, говорит, какой-то, скрытный. Даже белья нет. Ни денег, ни документов не найдено. Здесь, должно быть, бирка была с именем. Отворено с мясом в торопях. Видно, не хотел убийца, чтобы мы узнали имя студента. Значит, такая же бирка должна быть и на белье. Так белья нет. Соседи, опросите, кто тут у них прачка поблизости. Понял. Будь сделано. У покойной пропало что? Да нет, вроде все на месте. Деньги, документы. Да, там денег этих. Из-за студента ее убили. Полагаете. Ну что ж, видать, важная птица – это студент. Или мелкая сошка в чьей-то игре. Здесь книга записей постояльцев должна быть. Ничего нет. Никаких бумаг. И книгу унес. Господин Морель, так дела не делаются, в особенности дела такого деликатного свойства. Драгоценная моя, именно так не делаются. Требуется подготовка. Нельзя торопиться. А вот мне кажется, что вы не справляетесь.
Я плачу вам за срочность. Мои покровители при дворе ждут этих документов. Они должны быть у меня на руках. От этого компромата зависит сложнейшая комбинация. Будут результаты. Ваше дело у меня на особом контроле. О, особом контроле. А мне кажется, уже лучше было обратиться к уличной шпане. Она бы в два счета выкрала эти документы. Вы должны были их изъять месяц назад. Занимайтесь чем угодно, лишь бы не моими делами. В Затонск собираетесь? Драгоценная моя, это вас не касается. Нахватали дел. Не в состоянии их исполнить. Я снимаю свое предложение. Задаток можете оставить себе. Не провожайте меня. Яков Иванович, а вы не находите, что такой вид убийства, как отравление, чаще совершают дамы? Да, джентльмены скорее ножом или чем-нибудь тяжелым по голове. Вот именно. Платоныч, Яков Платоныч, ведь верно, прачка в соседнем дворе живет. Вот, вчера от студента получила. Байкирилов. Ну, вот это уже что-то. Запрос в Петербург. Скорее телеграфируйте. Слушайте. Елагина – вдова моего друга. Я должен был ее поддержать. Да. Семен Афанасьевич, царство ему небесное, был заядлый охотник. Ну, охота его изгубила. А что случилось? Случайный выстрел. Невольная жертва. Убийство по неосторожности. Говорят, дух Елагина до сих пор не может найти покоя. Боже мой, опять эти духи. А теперь еще одно несчастье. Елагина опасается, что ее сына Алексея обвинят в убийстве. А что, для этого есть основания? Зачем ему убивать несчастного? Как это вообще возможно? Елагина пересчитает, что ее семью преследует злой рок. Вызываю дух студента. Отзовись. Ответь мне. Вызываю дух студента. Поговори со мной. Ответь. Явись мне. Отзовись. Пожалуйста, поговори со мной. Он еще не готов. Дядя! Не спится что-то? Но ты решил заглянуть. А ты, значит, все со своим студентом маешься? Он явился мне сегодня утром. А потом я узнала об убийстве. Но он явился мне еще раз, в лесу возле домика. Может, мне надо об этом Штурману рассказать? Штурману? Какой смысл? Дух ведь мне ничего не сказал. Может, знак какой-то подал? Нет, в том-то и дело. Он просто пришел, посмотрел на меня и исчез. Если дух не идет на прямой контакт, значит, ему кто-то не позволяет. Кто? Другой дух. Более сильный. Алексей действительно приехал к сыну помещика Гусятникова накануне убийства.
Вроде охотиться они собирались. Вечером веселились, гуляли, стреляли из револьверов по горшкам. А с утра, в тот день, Алексея Елагина никто не видел. Сын Гусятникова охотиться раздумал, потому как накануне сильно перебрал. А про егеря что слышно? Ничего. Никто его не видел, и где он есть, неизвестно. А далеко ли от Елагиных до имения Гусятниковых? Ну, верст 10. Недалеко, если верхом. Ой, Яков Платоныч. День добрый, Анна Викторовна. Добрый день. А вам удалось узнать, кто этот студент? Пока нет. А почему он вас так интересует? Сама не знаю. Просто такой молодой и такая страшная судьба. А вы что, уверены, что он только жертва? Явился он туда явно с недобрыми намерениями? Мне кажется, он жертва безвинная. Ну, а поговорить вы с ним не пытались? Да пытаюсь, но он не приходит. Не приходит. Яков Платоныч, бросьте вы шутки ваши, дело серьезное. Более чем, Анна Викторовна, и с вашего позволения я продолжу им заниматься. Честь имею. Барыня, посыльный записку принес. Говорит, приказано вам сию секунду лично в руки вручить. Чего крадешься? Да я, чтобы не шуметь, не тревожить. Вели коляску запрячь. Поеду к Гусятникову, сына проведаю. Кучера не надо, сама буду править. Ну, чего стоишь? Иди давай. Да. От Даниэль, плохие новости. Я не люблю разгадывать ваши шифры. Словами скажи! Студент убит, кем неизвестно, дел он не сделал. Что, Даниэль? Даниэль следы почищает. Так, несколько месяцев подготовки. Даниэль, Даниэль. Надо закончить. Чертов Затонск! Господин Морель, может вам затаиться? Каплюжники на пятки наступают. Ты свой жаргон для босяков прибереги. Да я привык так это, по-простому. Надо бы дело это приостановить на время. Со всех сторон обложили. Вон пошел. Выходи, Ермолай! Чего в кустах хранится? Нет никого, одна я. Ну, здравствуй, Софья Николаевна. Спасибо, что откликнулась. Видишь, весточку от тебя получила и сразу примчалась, как тогда. Зачем звал-то? Городовые меня ищут. Найдут ведь. И откуда взялся этот студент? Один. Ночью в лесу. Словно призраки из прошлого по пятам бродят. Что случилось, то случилось. Нет тут ничьей вины. Виноватый всегда найдется. Ты бы уехал из города от греха подальше. А потом, как все утихнет, вернешься обратно. Некуда мне ехать. Да и не мальчик я в бега пускаться. Говорят, его из револьвера застрелили. Из револьвера, говорят.
На вот. Возьми. Денег не надо мне. Поймают, так поймают. Куда ж ты теперь, Ермолай? Лес большой. Ну ладно. Прощай. Софья Николаевна. Ничего не расскажет. Обыщите здесь все. Нам выше. Вперед. Вперед. Ревшенька. Опа! Давай, 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 давай. Прошу. Замерзла? Нет. Очень. Ну что, можно? Пячку эти цветы, мам, все цветы. Пойдемте. Так, и вот мы пришли. Одну секундочку, подержи, пожалуйста. Конечно, голубушка. Одну минуту. Одну минуточку. Так, вот он. Так. Прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Что вам угодно? Уваков Илья Петрович. Чиновник по особым поручениям сыскной полиции Санкт-Петербурга. Танюш, подождите меня. И ненадолго. Чем могу служить сыскной полиции? Ваше имя? Елагин Владимир. А в чем дело? Давно ли вы знакомы с господином Морелем? Ну, нет, не то чтобы давно, несколько месяцев. Вчера вы были у него. С какой целью? У нас с господином Морелем есть определенные финансовые дела. А вы что, следите за мной? Финансовые дела? Какого рода? Ну, положим, я взял у него ссуду. То есть, вам неизвестен основной вид деятельности Мореля? Ну, он... коммерсант. Еще выдают суду под обеспечение. Что ж, не смею вас более задерживать. К Морелю более не ходите. Из Санкт-Петербурга никуда не уезжайте. И это не просьба. Вас вызовут в полицию для дознания. Дождаться до ночи. Я заглянул взглянуть на тебя хоть одним глазком. Я так соскучился. А если матушке твоей доложат про нас? Мы же не увидим больше друг дружку. Я поговорю, объясню все матушке, она поймет. Вот увидишь. Почему же до сих пор не поговорил? Боишься ее? Люди говорят, у нее нрав суровый. Да никого я не боюсь. У меня просто случая подходящего не было. Пока ты будешь случая ждать, меня уж замуж выдадут. Как замуж? Папенька письмо написал. Требует, чтобы я возвращалась в Петербург. Пишет, что сваты к нам собираются. Я тебя никому не отдам. Слышишь? Моею будешь. Да если твоя маменька разрешит. Да завтра же я поговорю с маменькой, все ей объясню. А сегодня я жду тебя в охотничьем домике. Как обычно.
Там же в лесу человека убили. Говорят, недалеко от охотничьего домика. Я никого не боюсь. Спасибо, Виктор Иванович, что откликнулись на мое приглашение. Всегда рад, Яков Платонович. Ну так, чем могу? Расскажите, что же на самом деле тогда случилось с Елагиным-старшим. Хочется знать правду, так сказать, из первых уст. Дело в том, что на той охоте Елагин по роковой случайности убил человека. Непроизвольный выстрел. Тогда его должны были судить. Да, но судебного хода делу тогда не дали. С семьей жертвы удалось договориться по-хорошему. Им заплатили солидные откупные, и они тут же уехали. Деньги решают многие проблемы? Вряд ли близким жертвы было бы легче от того, если бы Елагина судили. Девушка бы это не вернула, а Елагин, видимо, сам себя судил и сам себя казнил. Вы сказали девочку? Да. Дочка крестьянина из соседней деревни. 12 лет. Я с тобой совсем с ума сошла. Что же с нами будет? Скоро мы будем вместе, и нам не нужно будет прятаться. Ой, не верится мне, Алёшенька. Завтра же я поговорю с маменькой. И если она не даст нам благословения, я уйду из дома. Показался. Ты же никогда не уйдешь. Ты у матушки своей как крепостной. Я свободный человек. Сам по себе. Вот увидишь. Мы поженимся. Дух неизвестного, явившегося мне однажды в лесу, приди. Дух неизвестного, явившегося мне однажды в лесу, приди. Ты же однажды уже мне явился.
кто этот человек в капюшоне. Доброе утро, ваше высокоблагородие. Доброе. Яков Платонович, я видела убийцу. Этот человек был в капюшоне. Во сне, я полагаю. Да как вам угодно будет, но я знаю, как это произошло. Это была дуэль. Первым стрелял студент. Убийца стрелял в ответ. Но, к сожалению, я лица не разглядела. Вас разбудили? Бросьте вы ваши шутки. Это не умно, наконец. Простите, но вы же сами... Это явно была дуэль. Да что же вы все с этой дуэлью? Прощения просим-с! Яков Платоныч, срочное дело! Егерь объявился, и экипаж ждет. Прошу прощения. Он с утра в лавку за патронами пришел, а лавочник сынишку отправил. Я ему вчера еще наказывал, мол, как только егерь появится, ряс и все. А я думал, что он уж далеко отсюда. Никто его не слышал, не видел. Егерь осторожный, это верно. Но вот куда ему без патронов-то? И где он теперь? В лесу его обложили, вот только взять осталось. А он опять же вот патронов прикупил. Обходим его. Вы двое справа. Уляшин, бери его слева. Не дури, Ермолай. Брось револьвер. А вот это вряд ли. Я не промахнусь. Мне терять нечего. А что дальше? Дальше что? Не уйти тебе. Ну, это мы еще поглядим. Ну, так стреляй. Только наверняка, а то ведь я тоже не промахнусь.